Здравствуйте, подписчики моего канала, просто любители карт оракула затмений. Сегодня мы смотрим такой расклад, который называется «Как поменяется моя жизнь в ближайшее время». Очень многие хотят каких-то положительных перемен, особенно те, кто находится в кармических отношениях или ситуациях, где это может затянуться на несколько лет. Это и слезы, и переживания, и проблемы, и, может быть, даже какие-то трагедии, которых мы нарабатываем опыт. Поэтому, я думаю, это будет интересно для многих. Итак, как поменяется ваша жизнь в ближайшее время? Так, смотрите. Вы пришли к выводу, что переписка с партнером ни к чему не приводит вообще. Что это тупиковая ситуация, она затянулась, вы проявили собственный эгоизм, вы хотите счастья, любви. И здесь поменяется ситуация, к вам прям прилетит много денег. Так, ваш мужчина, который боится, что он находится в треугольнике, очень сильно переживает, думает об этом, не спит ночами, тяжело ему, так как он попал в плен кармической любви, то есть он мучается, он все время додумывает, что там у вас кто-то есть. Так, смотрите, здесь ему прям будут какие-то приходить и предупреждения, и предчувствия, он будет злиться, психовать, он не может до вас дотянуться, потрогать, какие-то вечно прилетать сомнения, он будет подскакивать ночами, он будет бояться, что вы можете выйти замуж за другого. Не будет этого показывать, будет, знаете, скрывать это тщательно, будет внутри переживать, будет проклинать за то, что он ничего не делает, что он бездействует, что он сам себе кипит. И знаете, я бы сказала, это связано будет с тем, что вы какую-то удачу за хвост поймаете, то есть прямо темные высшие силы вам помогут резко разбогатеть, и он прям будет кусать локти, да, и у вас будет прям желание спросить, вкусные ли локти, дорогой, то есть куда ты смотрел, как бы, когда я была, скажем, рядом. Так, ну вам как-то жалко потерять эти отношения, и вы будете его поддергивать, и вы будете подначивать, и вы будете гадости ему какие-то говорить, да, и очень много будет разговоров о доме и семье, о браке, то есть мужчина сразу воодушевится, что у вас много денег, вам просто уже хочется, знаете, семьи и брака, и вам будут какие-то сны на эту тему приходить, и вы будете бояться, что, ну, как бы, мало ли, молодость-то уходит, да, хочется чего-то, вы будете проявлять хитрость и мудрость. Я бы так сказала, и все бумерангом будет возвращаться мужчине. То есть все, что он вам сделал до, сейчас все полетит после. То есть вы будете прям манипулировать этим мужчиной. Да, вот вы переживаете за свою молодость и красоту. Кстати, можете заказывать какие-то крадники на эту тему на кладбище, потому что это очень хорошо работает на молодость и красоту у женщин. Да. То есть будете обращаться к каким-то специалистам, чтобы поддерживать. Не зря же ведьмы, они очень долго не стареют. Так, выбор у вас будет какой-то небольшой особо, да, то есть... Небольшой выбор будет связан с тем, что вы знаете, как манипулировать своим партнером, абсолютно уверен. Это конфликт, это скандал, это провокация. Тем, что вы всего добьетесь, а он нет, да, то есть как бы... Вы будете просто его дергать, знаете, как за больные места, чтобы он не спал и не ел ночами. Говорит, вот я добился, а ты сидел, как бы ничего не делал. Морочить голову ему будете обращаться к специалистам именно по поводу того, что будете постоянно какие-то заговоры на него читать. И это судьбоносная ситуация, это ваша такая задача. При этом вы будете совершенно холодны. Это будет какой-то тайный ваш союз на расстоянии с человеком, у которого нету финансов, и вы об этом узнали прямо в затмении. То есть он пускал вам пыль в глаза,
А потом вы поняли, что у мужчин-то ничего нету. Ну, уже где-то прикипели. И знаете, в принципе-то вы как бы не нуждаетесь в нем, как в таком уж партнере. Вы просто на нем что-то отрабатываете, какие-то свои навыки манипулирования, да? Вы вроде как и рядом, и вроде как далеко. И будете видеть, как ваши желания сбываются. То есть, как можно спокойно и легко отходить в сторону партнера, не переживать, не плакать ночами, не думать. Например, от него закрываться и бездействовать, и уходить в работу, да? И, я бы сказала, высшие силы на вашей стороне будут. То есть, они вам дадут выиграть эту ситуацию. Потому что вы долго переживали, ревновали, не спали ночами, нервничали. Тут вы вдруг переросли и почувствовали, что мужчина вас любит. И пусть это тайная любовь, и пусть это какие-то тайные отношения, но вы почувствуете себя прям востребованной, любящей женщиной, любимой женщиной. Вот кому интересен такой расклад, оказывайте приватный, и мы рассмотрим вашу ситуацию.